Привет, дорогие друзья! Сегодня специальный выпуск Дагда Шоу. Мы находимся в Стризнево. Здесь проходит Шок Автошоу. Собственно, собрались все автолюбители, которые смогли завести свои машины. Пойдемте, пообщаемся. Как вообще до этого дошел? Как в машине, что было мало двух колоночек, что ли? Меня друг познакомил с человеком, говорит, у него валит. Я послушал, мне тоже захотелось. Машина зверь, слушай. Едем, едем на Геленвагене. Скажи, пожалуйста, как в Ярославле реагируют, когда ты едешь вот так по городу и там... Большинство палец вверх, кто-то возмущается. На самом деле на Шок Автошоу миллион просто машин. Видимо, одна из это самых крутая. Спонсором этой машины является Дом Цветов. Я так поняла, что керамические горшки установлены. В общем-то, все отлично. А почему меня боитесь? Как можно не бояться человека, у которого лопата и нога в руках? Лопата – это атрибут такой машины, просто необходимый для путешествий. Ну а нога – это просто последствия неаккуратного обращения с сабвуфером. Ну, засосало кого-то, и все, что осталось. Лучше бы я упал вместо тебя. Что ты, Геш, спасибо. Береги руку, Сеня, береги. Я просто думала, что как бы самые крутые тачки стоят рядом с самыми крутыми местами, часто посещаемыми. Да, вот у меня в самом крутом месте. Я поняла. Скажи, пожалуйста, еще. Хорошо, что не путают. Смотри, не перепутай. Кутузов. Я из Москвы. Из Москвы-то прямо из Москвы коренной? Не коренной. Ну да, в принципе, да, коренной. Коренной года два, да? Нет. Нет? Лет 20 уже. А тебе что, не 18, что ли, дал? Тебе лет 18? Не, 15. Ну, а здесь разместился палаточный городок Шок Автошоу. Ну, я так понимаю, что здесь те люди, которые выжили за эти 3 дня. Очень хочется пообщаться с выжившими. Пойдемте. Скажи, чего готовишь? Газету готовлю. Что, неужели не видно? Это называется единственное, что осталось за 3 дня просто. Да вы без мяса пришли. Ну ты кто? Скажи. Я дрифтер. Дрифтер это кто? Ну расскажи тем, кто не знает, просто не все же люди знают, кто такой дрифтер. Нищеброд. Я надеюсь, муж простит. Привет. Здравствуйте. Как зовут? Александр. Очень приятно. Сань, расскажи, пожалуйста, ты здесь кто, чего, как? Участник-то чего? Ламинации Стенс. Вот моя машина. Стенс это что? Ну это низкопассажный автомобиль. Ну, а если ты подъезжаешь на клёвой такой тачке, женщины отказывают? А я что-то не подъезжаю, я не такой. Как-то мне не надо, не знаю даже, как объяснить. Мчится тихий огонёк моей души. А здесь мы находимся уже 3-й день. Поэтому ты в темных очках, да? Ну да, здесь очень много солнца и очень много звука. 3 дня – это просто такой прессинг звуковой. Вот, мы здесь представляем ретро-технику. Сейчас будем участвовать в соревнованиях. А какие соревнования? А я даже не знаю точно, но знаю, что будем участвовать. Кто заказывал такси на Дубровку? Я. Садитесь. Хорошо. Скажи, пожалуйста, самый популярный напиток у людей утром? Утром вода и пиво БАД. И пиво БАД. А вечером? А вечером только пиво. А вечером пиво БАД и вода. Привет, как зовут? Меня зовут Костя Зимин. Очень приятно. Скажи, пожалуйста, ты вчера здесь был на Шок Автошоу? Был 3-й день здесь. Для 3-го дня очень хорошо выглядишь. Я не случайно в очках. Было весело. Понятно. Скажи, пожалуйста, самое вчера запоминающееся, что было? Наверное, всем понравилось, как работало дрифт-такси. Это всех абсолютно желающих, ну, самых смелых, катали и на дрифте. Шок Автошоу. Давай, дружок, по Вологде кружок. Прокатимся по улицам родным. Подожди, ты-то дрифтанул? Я чуть не дрифтанул, когда дрифтовали. Ну, я так понимаю, что человек, который дрифтовал, вот чем занимается. Победитель битвы полов, так скажем. Давай, дружок, по Вологде кружок. Прокатимся по улицам родным. Константин, дома линолеума нет? Сегодня АвтоВАЗ празднует 50 лет. Как к этому относишься?
Положительно. Как думаешь, самая крутая машина, которую АвтоВАЗ выпустил, это какая? Ну, не знаю. Мне кажется, восьмерки, девятки. Ну, давай тогда пожелание АвтоВАЗу. Ой, да чтобы нормальные машины строили уже, наконец-то, с оцинкованными кузовами и так далее. А то что-то... Слушай, а если бы тебе предложили стать инженером АвтоВАЗа, согласился бы? Ой, вряд ли. Не знаю. А если выпить перед этим? А если выпить, ну, можно подумать, конечно. Не знал? Что такое АвтоВАЗ? Да ты крутой. Дорогие друзья, ждите следующих выпусков наших в интернете. Ну а мы заканчиваем свой отчет с шок-автошоу. Вау! Спасибо! От отца к сыну передавать особые тайные знания.